Специальный автошампунь «Торнадо» заливают в КАМАЗ, который выезжает на дорогу. Это средство сотрудники Одинцовского дорожно-ремонтного строительного управления используют для очистки асфальта. Смываем жирные пятна, которые накопились за зиму, либо залито, для того, чтобы в дальнейшем асфальт не разрушался. Три уборочные машины. Этого достаточно, чтобы очистить широкую проезжую часть от пыли, мусора, старых реагентов. После зимы промывка дорог необходима. Если вовремя не провести сезонную уборку, риск аварии увеличится, говорят специалисты. Поэтому сотрудники ДРЦУ трудятся с самого раннего утра. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».